Победителем Приволжского межрегионального этапа Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества» стал начальник службы спасения Самарской области. Андрей Пожидаев получил награду в номинации «По зову сердца». Церемония награждения прошла в Нижнем Новгороде в Приволжском региональном центре МЧС. Самая масштабная акция в системе МЧС России проводится уже в 7-й раз. Цель – показать настоящих героев своего времени. Жюри конкурса отметило высокий профессионализм команды самарских спасателей, в том числе при отправке гуманитарного груза в Луганск. Напомню, всего с начала военного конфликта на юго-востоке Украины отряд службы спасения Самарской области выезжал в ЛНР и ДНР 4 раза. Весной этого года в Луганск гуманитарным конвоем было доставлено 60 тонн муки, сделанной из зерна, которую, в свою очередь, предоставило хозяйство Хворостянского района. Наша съемочная группа вместе с командой Андрея Пожидаева также преодолела весь путь в составе колонны и подготовила специальный репортаж о том, как живут и какой помощи ждут по ту сторону войны. В планах у службы расширяться, это касается увеличения числа добровольцев и закупки техники. «Созвездие мужества» проводится уже 7-й раз. Это самые масштабные акции в системе МЧС. Она объединяет не только систему МЧС, она объединяет и другие министерства, ведомства, журналистов, людей, которые заняли активную гражданскую позицию. Наша цель – показать героев нашего времени не только в системе МЧС, но это добровольцы, граждане, которые заняли активную жизненную позицию, которые спасали людей в течение года. Это честь для всей нашей Самарской области. Для меня лично представлять Самарскую область на столь высоком уровне. Любая спасательная служба, вне зависимости от ее как прав собственности, является частью системы. И, конечно, очень важно, когда все руководители и личный состав в полном взаимодействии. Это достигается максимальный результат, а результат – это спасенные жизни, минимальный ущерб, ну и помощь людям, этим все сказано. Мы не имеем права на ошибку.